Телебашня в Саранске окрасится в черно-оранжевые цвета. Эта акция приурочена к Международному дню тигра, который отмечается сегодня. Необычную подсветку телевизионной мачты можно будет наблюдать на протяжении 4 вечеров, вплоть до 1 августа. Сообщается, что таким образом Международный день тигра поддержит в 18 городах России. Также подсветку под тигра включат на Останкинской телебашне в Москве. Международный день тигра отмечается уже 12 лет, а в 2013 году по инициативе Владимира Путина Русское географическое общество учредило организацию по изучению, сохранению и восстановлению популяции амурского тигра. По данным ученых, полосатых хищников в России стало больше. Точную цифру объявят в сентябре на втором международном форуме по сохранению тигра.